Добрый день, девочки! Дождались мы, наконец, посылку с Якутии. Потрясающие серьги, потрясающие кольца. Вообще все необыкновенное, очень красиво, отличный дизайн. Самобытность вот этих украшений просто поражает. Всего пришло много. Буду показывать по чуть-чуть, потому что мне надо успевать еще паковать посылочки, собираться к выставке. А я вообще ничего не успеваю даже собраться. Хорошо, хоть гостиницу себе заказала. Едем на выставку на следующей неделе. Пока вот побалую вас немножечко серебром якутским. Давайте мы все посмотрим. Девочки, все в одном экземпляре заказывала. Мне надо, во-первых, посмотреть разный ассортимент у них. Что есть, в принципе, в наличии. То есть все по одной штучке. Вот я сегодня выложу. Сегодня вы мне написали заказики. Завтра отправлю. И завтра будем уже тогда смотреть другое. Что-то еще. Давайте вот так будем делать. Или, если хотите, можете оплатить, отложить. И посмотреть еще что-то. Ждать другие видео. Это вас дождется уже оплаченный какой-то ваш товар. То, что вы выберете. Потому что просто откладывать без оплаты я не буду. Я уже, знаете, наоткладывалась. Вот вам покажу, да, знаете, не люблю такие посылки показывать. Вот они, возвратные. Все уклеенные, все оклеенные. Месяц они где-то гуляли, но мы еще об этом поговорим. Я вам в пятничную видео ее покажу, потому что это была посылка с пятничной распродажи, которая месяц у меня погуляла на 6 тысяч, вернулась обратно, не оплачено ничего. Поэтому давайте... Не хотите, как говорится, забирать свои неоплаченные посылки. Будем взять, забирать оплаченные посылки. На удивление, не поверите, ни одна оплаченная посылка почему-то ко мне ни разу не вернулась. Все успевают забирать в срок. И праздники никому не мешают. Все забирают оплаченные посылки. Хоть бы раз кто-нибудь платил 10 тысяч и не забрал, чтобы она ко мне вернулась и осталась у меня. Ну вот, теперь о красоте. Давайте начнем прям сразу, не знаю с чего, давайте с самого крупного. Браслет, слейв-браслет с потрясающим кольцом. Вот такая вот тут красота. Мне аж прям, девочки, руки дрожат. От такой красоты, от такого вот счастья на меня сегодня свалилось с утра прям в виде посылки. Опять я хотела не то видео снимать совершенно. Хотела яспис вчерашний продолжить. Да и времени мне сегодня, честно говоря, снимать было немного. Потому что я уже бегу сейчас ваши посылки отправлять. Так, вот такая красота потрясающая. Как бы лучше показать. Так, переверну кольцо. Безразмерное, видите? Сейчас давайте лучше сниму. Ну, то есть принцип поняли, да? Кольцо безразмерное. На любой размер подогнете, подожмете. Браслет тоже идет на увеличение. Видите, у него несколько здесь на цепочке штучек. В конце вот такая вот завитушечка. Так, идет он у нас от размера 17-20, то есть от 17 сантиметров до 20. И вес у него 21 грамм, цена 5380. Для такого браслета совсем недорого. Я действительно ожидала, что украшения придут дороже, но на самом деле все это пришло очень дешево, очень достаточно оперативно, как я заказывала. Но там серьги, кольца вообще есть, прям там цены такие смешные. Очень красиво. Единственное, что все это не радированное серебро у них. По крайней мере, я ничего здесь не нашла. И у них спрашивала, они вроде ничего не радируют. То есть это периодически будет темнеть. Вам надо будет немножко подчищать это все. Вот такая красота сегодня у нас. Вот такой шикарный браслет. Очень красивый. Думаю, я сегодня кому-нибудь он кольцо. Вот видите, вы его уже загнули или подогнули. Ну, в принципе, можно и на средний палец носить. Так, со слейвом будет, может быть, удобней. Просто оно мне немножко не лезет. Хотя его можно носить и вот на этой фаланге, кому удобно. Сейчас рука мне не влезает. Тут надо перевернуть, он не перевернулся. То есть можно носить и на этой фаланге. Он вполне нормально себе лежит. Вот здесь застегнуть его. Будет очень красиво. Очень красивая штука. Ой, девочки, прям я не могу. Я прям, ой, девочки, ну, вот, посмотрите, у меня ребенок просто пищал от этого кольца. Он говорит, мама,
Это, у меня слов нет, у меня одни эмоции, девочки. Три фаланги, они все сгибаются, просто, может быть, не очень видно, с ногтем. Посмотрите, даже на моих достаточно, когда по роликам видите, что размер-то у меня не маленький, тем не менее, очень изящно смотрится и палец, и руку вытягивает. Вполне существует в обычной жизни, то есть оно вот все сгинается, ну и как бы кроме ногтя, да, но у меня ногти свои не короткие, тоже ничего не мешает. Видите, я совершенно спокойно сжимаю, ничего мне не пережимает, здесь мне не зажимает. Вот эти размеры идут, видите, тоже подогнете под свой размер, а основной размер идет 18,5. Не маломерит. 18,5 вот здесь на пальце. Так, вес у кольца 12,23. Цена у него 3500 рублей. Вот такое вот изящество. Просто невероятно. Сейчас я его сниму, потому что чуть-чуть. Все-таки у меня руки сегодня по жаре немножко отекли. Вот как все проработано. Очень изящные детали. И за что люблю Якутию, все совсем сочетается. То есть можете на одну руку одеть вот это кольцо, на другую вон тот браслет, и все будет сочетаться. Любые серьги, любая подвеска, ну, я имею в виду из этого же плана, да, и все вот эти вензелечки, все будет перекликаться. Ноготь, конечно, шикарнейший. Дальше у нас вот такое кольцо. Так. Вот здесь разгинается, значит, одеваем вот так. Я еще сама, девочки, даже не очень, да. Это у нас на две фаланги. Камера не успевает за моими выкрутасами. Вот такое кольцо. Тоже совершенно невероятное. Здесь тюльпаны, цветы, узоры. Все хорошо сделано. Вот эти части не мешают никогда. То есть, когда в носке ничего не натирает. Опять же, здесь подогнете, как удобно. Девочки, красота, красота, мы дождались. Так, размер идет 20, вес 8,83, цена 2 800. Так, 20, значит, мне сюда пойдет, да. Очень красиво, очень вкусно. Сейчас на лето, ну просто. Вот такая красота. Так, теперь давайте по сережкам. Так, первые сережки. Сейчас я их расправлю, что они у них подвесные. И они мне в пакетах немножко запутались. Так, это у них называется серьги Чоху. Я, кажется, произношу правильно. Если кто не в курсе, поправьте меня, пожалуйста. Нет, чоху или чоху, не знаю. Это национальные серьги, вот такого вот они вида, то есть очень широкая верхняя шинка. Вот тут они даже сзади резные. Показываю так близко, как могу. И какая-нибудь тоже подвесная нижняя часть. Так, сейчас мы попробуем. Так, расстегиваются они спереди. Вот это вот все, девочки, снимается. То есть вы можете одеть. Сейчас я медленно буду показывать. Можете одеть одну вот эту шинку. То есть получается серьги трансформера. Вы можете одеть одну ее, вы можете одеть ее вместе. Вы можете одеть на одно ухо такую, на другую целиковую. И будет у вас асимметрия. То есть поиграть можно с этими серьгами, конечно, очень сильно. Так, сейчас мы это обратно аккуратненько одеваем. Замок, видите, впереди, то есть в ушко одеваете сзади. Так, и теперь ищем у фокус. Вот такая вот подвижная нижняя часть великолепная. Так, сейчас вторую серьгу, а то она так обидится. Очень интересные. Вот эти тоже надо все расправить веточки. Все это в пакетиках было. Все немножко по дороге. Вот. Такая красота. Представляете, они в движении постоянно будут немножко играть. Так, вес серег 5,16, цена всего 1500 рублей. Девочки, за серьги трансформеры невероятной красоты всего 1500. Артикул, если что, СЧ-19. Артикул достаточно простые. Я думаю, вам не сложно будет запомнить, чтобы писать мне, какие именно
нужны серьги. Следующие серьги меня сразили просто на повал, потому что они вот такие милые лисички-сестрички с очаровательными хвостиками, вот такими забавными мордашками на английском замочке. Вот такая у нас красота. Замок чуть-чуть занижен, вот, собственно, чуть на ушках. Вот такая лись, вот такой лисеночки. Ну, они очень милые. Так, вес 5,15, цена 1500 тоже. Артикул SN 137. Девочки, пишите, пожалуйста, артикул. Я, а не те 1500, и эти 1500. Потому что напишите мне, положите мне серьги за 1500. Я вам положу любые, какие будут. Вот показываю для этого артикул. Все видно. Видео пересматривать тоже, к сожалению, 10 раз не могу. Не всегда хватает времени. Потому что я еще тоже мама, я еще тоже жена. И мне надо еще успевать делать какую-то домашнюю работу, помимо основной работы. Да, по поводу украшений не переживайте. В магазин, собственно, на витрину, я думаю, они не поедут, потому что попросту не успеют, девочки. Так что это все для вас. На виртуальную тоже, скорее всего, не успею выложить. Потому что, ну и смысла нет, да, сейчас все мы это разберем. Я дольше буду сейчас фотографировать, потому что каталога у них нет с фотографиями. А изделие очень красивое. Вот такой браслетик шикарнейший. Он, конечно, не слейф, но очень тоже ажурный, красивый. Так, размер здесь тоже на увеличение от, ну что ты, от 17 до 21. Вес у него 11,24. И цена у него 3000 рублей. Браслет ПТ-50. Вот у него цепочка идет на увеличение. И в конце вот такое сердечко. Очень миленький, нежный браслет. Так, еще одни серьги. Эти уже более длинные. Вот такая красота. Сейчас мы их со всех сторон. Вот это все подвижно. Вот это все нереально красиво во время движения. Полировано, оно все будет блестеть. Тоже они снимаются. То есть, если в принципе купить две, допустим, да, вот те первые серьги Чоху, которые мы смотрели, и менять на них, ну, две пары, я имею в виду, купить, Серег, и менять на них просто вот эти замки. У вас будет вообще получаться 4 разных комплекта. Так, здесь тоже сзади, видите, все это снимается. Кто просил, кстати, серебряные швензы, вот вам, пожалуйста. Но для этого, конечно, придется купить сережки. Пока отдельно серебряные швензы нашла, где брать, да, но там надо брать их опытом, нам столько, девочки, не надо. Пока еще ищу. В общем, вот такие вот элегантные серьги. Так, длину сейчас померяю. Что примерно? 4, ну, сходит 4,5 где-то сантиметра. Так, вес 9,66, цена 2,600, артикул SN20. Вот такая красотища. Так. Выбрала сегодня еще маленькие серьги, потому что не все любят крупные. Так, они у меня еще застегнуты. Кто-то же нас предпочитает на маленькие ушки сережки носить. Так, да что ж такое-то? Сейчас, секунду, вот. Вся заковырялась. Что они все связаны. Так, вот такие вот малюськи. Ну, это, знаете, можно и девушкам, либо на миниатюрные ушки. Хотя, в принципе, мочка пролезает и большая. Но кто не любит очень длинные, такие массивные, это прям самое то. Они совсем крохи, я бы сказала. Сантиметра. Ну да, уже 3 сантиметра, в принципе, есть. Так, вес у них 3,03, цена 900 рублей. Артикул SN33. А узоры, вот видите, они, в принципе, все могут сочетаться и с браслетами, и с кольцами.
Все очень продумано. Ребята молодцы. Очень мне нравится эта посылка. Хорошо, что мы начали с ними работать. Так, дальше колечки. Не знаю, как одеть мне. Вот так. Или вот так, как корону. Но мне маловато девочки, просто потому что оно размер маленький. Так оно одевается до конца. Размер у него 16, цена 1000 рублей. Артикул КО, наверное, 82. Да. КО 82. Всего за 1000 рублей. Потрясающее кольцо. И опять же смотрим, к любому можно подобрать в пару. Если на разных руках носить. Видите, все мотивы переплетаются и подходят друг к другу. И серьги, и кольца. Так, и еще одно колечко вам сегодня покажу. Так, тоже не знаю, как одеть. Может быть так, может быть не так. Может быть так, потому что здесь сердечко пошло. Вот такое вот кольцо. Размер 17, вес 2,7, цена 800 рублей всего, артикул КО 73. Вот такая красотища. Опять же, к любым серьгам. Вот так, да, или вот так. Все совсем сочетается, девочки, поэтому в комплектах здесь даже нет необходимости что-то составлять, оно между собой все идеально подходит. Даже если брать лисичек, видите? Лисички, кстати, не померила. Три с хвостиком, 3,3 где-то миллиметра. Все, девочки, выбирайте, пишите мне, пожалуйста, лучше, конечно, с артикулом. Ну уж если не найдете, так и быть, не буду ругаться, пишите по ценам. Я знаю, не будете вы все равно заморачиваться с артикулами, я вас знаю. Вот, выбирайте, я буду, пойду сейчас быстренько на почту, отошлю ваши бабки-ёшки там и все, что мы там вчера смотрели, набрали. И уже буду готова к вечеру запаковывать вот эту вам красоту. И сразу оперативненько отсылать, чтобы вы все получили. По оплате пишите, поговорим, по доставке, если какие вопросы. Тоже здесь говорить бесполезно, опять все равно каждый раз спрашивают, какая, сколько, куда доставка. Вот, надеюсь, вам всем сегодня понравилось. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео, потому что некоторые говорят, как новое видео, мы просмотрели. Ребята, там будет, приходить оповещение, какая-то точечка или колокольчик, что-то там у вас будет мелькать. Вот. Все, пишите в комментариях, понравилось, не понравилось. Я надеюсь, что всем все понравилось, такая красота просто не может не нравиться. Все, всем удачных покупок, всех люблю, пока-пока.